Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с мода Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы пойдем дальше прокачивать наших покемонов, да? Так, в принципе, все у нас в инвентаре нормально. Нету бардака, нету кучи вещей от покемонов-босса. Вот только что, как я заметил, ультраболов у нас уже практически ни хрена нету. То есть нам еще нужно будет сделать, мне кажется, так нормальное количество. Ну, пока ладно. Давайте продолжим, ребята, прокачивать наших покемонов. Так, Арбок, давай, иди-ка ты сюда. Хотя бы, ну, минимум так, к 40 уровню. После 40 уровня, ребята, мы уже можем, в принципе, и покупать понемногу вот эти Rare Candy. В принципе, мне кажется, как раз тогда нормально будет. И не очень так быстро, и не очень поздно. Поэтому как раз нормально. Только... О, ты Пунита. О, ты точнее Рапидаш. Понятно, короче. Понятно. Дайте-ка нам убежать. Нет, вообще... Во, отлично. Рано еще одним магмаром как бы не очень так тащится. Так, это у нас кто? Рапидаш. Ну, давай ты на 8 уровней меньше, чем тот. Вот этого, мне кажется, мы как раз убьем. Да, отлично, убили. Так, ну, если вот с таких, каждого такого большого уровня, нам дает минимум где-то по 2 уровня. Это, в принципе, и так уже нормально. А вот сейчас еще бы сикингов найти, или тех же... О, ни хрена себе как. Сикингов найти, или гулдинов найти, они как раз такие с 30 чем-то уровней. И, в принципе, даже тот же магмар, что как бы... Он животный, но как раз вот так нормально убивает. Он же огненный, какой нафиг водный. Он как раз вот так нормально убивает тех животных, в принципе. Поэтому как раз, мне кажется, нормально. Вот если бы ты еще такой быстрый сикинг не был, вообще бы офигенно было. Так, Гулдин. Еще раз. Отлично. Кто там эволюционирует? Одиш эволюционирует. Отлично, ребята. Как раз, ну, в воде так прям эволюционирует. Вообще офигенно, да? Ну, ладно, если тебе тут хочется, то давай. Давай, 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 расти. В принципе, ребята, как вы могли уже заметить, выходят по 2 серии в день. Это, в принципе, можно сказать, благодаря вам, так как вы ставите лайки, а у нас по правилам... Ну, по правилам, не по правилам, это не правила, а просто вот так, ребята, у нас как бы так и есть, что если... Выходит серия, и на ней набирается 100 лайков, то новая серия выходит в тот же день. И, в принципе, хочу вас поблагодарить, ребята, то, что так набираются лайки, и в день выходят по 2 серии. Можно сказать, благодаря вам, поэтому, ребята, если хотите, то 3 я не знаю, 3 это уже как-то, ну, в принципе... Не знаю, ребята, 3 это уже много получается, но хотя потом... Итак, ребята, 2 серии Пиксельмона в день, и то, говорю, благодаря вам, это, в принципе, нормально, мне так кажется. О, что я вспомнил, ребята, нам же в пустыню нужно идти, вот кого я там хотел половить. 1880 минус 930. 1880-75 минус 930, да? Да. Фу, так, тут у нас кто-то будет... Кого можно словить, кого у нас нету. Типига у нас тут нету. Хотя он, в принципе, может, да, тут заспауниться. О, короче, идем, ребята, ловить груз. Ни хрена себе, сколько FPS. 130 FPS. Я просто, ребята, знаете, что я решил попробовать без камеры, то есть вот так. Одну серию, чтобы просто посмотреть, сколько FPS будет. С камерой, ребята... И с шейдерами там где-то по 20 FPS. 20-30 иногда. А вот сейчас, без камеры, с шейдерами вот так, 50-60 FPS. А если бы шейдеров, так как вы видели, если вы видели, конечно, там доходит и 90, и 130 было даже. Но это как бы уже так, знаете, прыгает туда-сюда. Но все же. Это мы сейчас где? Desert Hills. Ну как раз тут грудончик может, надумаешь, заспавниться? Может, да. Так, это у нас, я не знаю, ну, давайте попробуем, как раз, как, о, как раз, нет, этот нет, вот этим можно, вот, как раз так нормально,
давайте попробуем. Охренеть, у нас уже так мало ультраболов. 12 штук мы себе стак делали. Вот опять можно начинать делать себе ультраболы. О, отлично, ребята. Словили мы скорупи, скорупи, скорупи. И опять уже ночь. А, ну ладно. Ну вот то, что Магмар 43 уровень и 47 уровень, пока мы прокачаем всех наших покемонов там минимум к 35, к 40 уровню, то Магмар уже там будет, мне кажется, где-то под 60 уровень. Это, в принципе, как раз нормально. И, то есть, на него даже не нужно будет использовать вот эти, как его... О, отлично, и кубонами словить. Раркенди. Это что, дождь идет или это в пустыне так ночью? То есть песчаная буря. Охрен его знает, если честно. Это так в пустыне ночью с шейдерами? И это какая-то... Там типа дождь идет, а тут как бы песчаная буря. Смотри, какая-то фигня. То есть, я не знаю, как... Ну, радуга, не радуга. А ну, давайте выйдем вот сюда. Как это... Вот это называется. Биома. Фиг его знает. Так, сначала Магмар. Да, ну в принципе, да, Магмар. Попробуй Джиудуда убить. Ну, огонь против камня. Ну ладно, зато в принципе хотя бы нормально. Так, давай, Магмар. Магмар, ну, попади. Ладно, если ты не хочешь, так тогда давай впритык. Если ты такой уворотлив. А, чё? Офигеть, то есть, когда в землю кидаешь, что попадает. Ладно. Я не заметил, что это желтый. А желтый там нереально большие уровни. Вот 87 уровень. Как мы его убьем? Никак. И убежать не можем, да? Охренеть! Мы с одного удара убили. А кем мы это убили? Охренеть! Мы это... Кем мы это убили? Ух, ребята, извиняюсь, если там собак за окном слышно, то что-то... Кем мы это убили? Я как-то даже не заметил. Охренеть, как мы ему бабахнули с одного удара. 87 уровня, то есть... А кем мы его убили, ребята, если бы я видел? Ну ладно, ну в принципе бабахнули мы ему нормально. Это тут Диглет, тут... О, давайте Меджикарпа лучше. Офигеть, с одного удара убили. Но я как-то даже не понял, кто это был. Как раз против камня вот так офигенно его забабахал. Так, тут у нас где кто? Вот он, Меджикарп. Вот, Energy Ball. Точно, Energy Ball мы его захреначили. Я же Energy Ball Глуму изучил. Вот, давай сейчас Глум у нас будет всех рубашить. А нахрена тогда у меня есть там еще Глум, если у нас есть Одиш? То есть... Ну, потому что Глум как бы Шайни тоже. Мы же словили двух Одиши и... Глума, значит, того Глума, что у нас есть, можно просто выкинуть, потому что, в принципе, потому что, в принципе, вот это, нам он не нужен, получается, потому что у нас и так два шайни Одиша есть, а еще один, как бы, прокачанный, и тогда практически нету смысла. Поэтому, ребята, наверное, все-таки мы его выкинем, хоть он и шайни. Так, где ты там? Где ты там? Вот. Где ты там запрятался? А я думаю, чё он так нихреново захреначил? Джиудудо там, какого, 90 уровня, 80 чем-то уровня и босса, в то время как Люкс его Магмар ему практически вообще нихрена не сносят. То кто-то ему там с одного удара бум, и убил просто-напросто. Я просто не помню, кого я вызвал, я просто так нажал, и кто-то там вызвался, и... И мы его убили. А вот это Глум, оказывается. И, в принципе, вот тот удар Energy Ball, мы же ему изучили с помощью ТМ-ки, и, в принципе, он реально такой офигенный. Так, давайте вы... Ай!
Твою ж... Охренеть. Ладно. Куда мы бежали? Куда-то сюда, да? Так, ищем, ребята, кого у нас еще нету. Так, ты у нас есть, ты нам не нужен. В данный момент, так как мы тебя словили. Охренеть, вот ночью в пустыне как-то, не знаю, то ли... Кажется, какая-то песчаная буря, даже на экране с шейдерами вот такие капельки появляются, или что это такое. Ну, капельки, по идее, не должны быть, это какая-то пустыня, да? Может, хрен его знает, ребят, честно, я не знаю. Так, о, вот тебя можно еще попытаться словить. Ну давай, попробуем. Попробуем хотя бы, ребята. Если словим, то вообще офигенно. 3 покемона за одну серию будут. В прошлой серии мы же сколько? 4 или там сколько словили? И потом, ребята, уже тоже мы начнем делать себе опять кучу ультраболов, мне так кажется. Потому что, как вы видите, ребята, потихоньку они у нас уже и кончаются. Отлично, еще одного покемона мы словили. 3 покемона за одну серию. А где наши... Вот мастерболы. Ну, знаете, на всякий случай. Вдруг мы в пустыне кого-то встретим, да, да, да. Да, Гродон? Ну, может. Ну, хотя бы вот как раз там еще вот эти равнины найдет, да. То есть еще туда сейчас забежим. Может, Райкваза там гуляет, фиг его знает. Так, потопали. В пустыне я больше не знаю, кого можно словить, кого у нас еще нету. Ну, того же Тепига, да, то есть он тут же вроде водится. Может заспать? А, вот. То есть тут дождь идет, да, в пустыне вот такие, как бы, не знаю, что это, как туман, да, тогда, когда идет дождь в равнине. Вот сейчас понял. Ну, давайте выключим... А, ну, давайте выключим дождь и проверим. Да, ну, намного все по-другому стало как-то. Ну, заметно, когда дождь идет, то вот так как-то оно... Даже в пустыне видно, что где-то вот там дождь идет, но не в пустыне. Потому что в пустыне, если бы дождь шел, то, конечно, было бы немного не очень, да? Но все же заметно, что где-то там дождь идет, и в пустыне тоже вот так показывается. Что, то есть, как бы, как это можно сказать? Как бы туман там идет от дождя, что-то такое. С другой ну, с другой локации, там, если пустынь, например, возле равнины, и в равнине идет дождь, да, то... Идет такой туман, или как это можно сказать. Фу, так, что тут у нас? Океан уже идет, потому что речка это не речка. Да, тут океан. Океан опять идет. Да, вот сейчас немного вот такие есть притормаживания, то есть не очень прям заметные, но все же, потому что, можно мы сказать, в этом... Ну, локация тут же новая. Ну, не... ну, в принципе, да, новая. То есть она генерируется, и поэтому немного может тормозить. Чё, идем прогуляемся по этой горе. Посмотрим, что там такое. Там же вроде Desert Hills. Или нет? Во, да. Может, тут кто-то зарылся в этой горе? Фиг его знает. Ну, я так думаю, что нет. Никого тут нету. Ай. Так, ладно, покушаем. Нам бы хотя бы вот эту старавью прокачать, чтобы уже полетать куда-то. И, в принципе, будет нормально. Слетать уже на наши вот те острова. И вот там, в принципе, покачаться и тот же орб себе взять и там уже прокачивать. Так, ну что? Идем в эту биому. Тут я не знаю кто, то есть... Давно мы тут не были. Я не знаю, кто тут есть. О, Грувлит, точно, ребята. Грувлита у нас нету. А Грувлита можно и по идее... Хотя, я не знаю, можно, не можно. Давайте просто вот так. Раз его стукнем. Отлично. И... Ой, чуть мастербол не нажал. Да, Грувлита мастерболом. Если еще и Грувлит словится, вообще офигенно будет. 4... О, отлично, ребята. Ну, говорю, такая охота, да? 4 покемона за одну серию, в принципе, нормально. Так, Шинкс у нас есть. О, жирафа жир. Так, ну как раз вы такие офигенно нормальные уровни. Давайте сначала их перебьем парочку, если они нас не убьют.
Отлично, этого убили. И там 30, вот, 36 уровня тоже можно убить. Они прям не очень такие сильные, поэтому, мне кажется, можно и на них покачаться. А вот этого 26 уровня давайте попытаемся словить. Ух ты. Офигеть, 8 ультраболов. Там еще один... О, еще... Сколько? 4... 4 покемона или 5, ребята? Чё-то я уже как-то даже... Голбат? Точно, еще зубата же нужно словить. У нас его еще нету. Так, давайте сначала... Еще жирафку убьем. Жирафа, жира. Вот этот какой-то посильнее попался. Хотя... Так... Отлично, нормально, так уровни, ребята, идет. Глум, Дивот уже по 25 уровне. Это, в принципе, действительно нормально. Так. Краби, тебя у нас тоже же нету. Не Кинглер, хотя, в принципе, я не знаю, ребята, сможем ли мы Кинглера убить. Что-то мне кажется, что не очень. Давайте попробуем Глумом 25 уровне. Ну офигеть, у него вот эта атака вообще жестокая. Ну, то есть, в принципе, бьет она реально вот так офигенная, несмотря на то, что он 25 уровень. Так, где ты, краби? Ты что, уплыл? Ты только что тут был. Ну, ладно, то есть, краби мы еще кучу встретим, мне так кажется. О, гравлит купается. Так. У нас нету старью. Я только что там где-то видел вроде. Кого у нас нету, кто есть в океане? Старью. Тента Круэль у нас уже есть. Старью, Меджикарп есть. Лапроса у нас нету. Да, в принципе, там еще куча кого у нас нету. Ну ладно, сейчас мы, ребята, идти туда не будем. То есть, потом мы пойдем. Вот, Ликитунг. Точно. Нам еще на болото нужно пойти. То есть на болоте у нас там вообще охренеть, сколько покемонов, которых у нас нету. Там вообще охренеть. Тот же Кофинг. Сейчас, давайте. 7 ультраболов. Тот же Кофинг. Еще там кто-то был, я помню. Офигеть, ты что, даже не словишься? Попробуй, ну попробуй. Там, так, там босс заспавнился. Ладно, давай ты, Глум. У тебя там свои специфические... Так, сейчас не заставляй на тебе кучу ультраболов использовать. Она, если так, их нету, ребята, нужно будет действительно потом сделать. Чтобы опять так словить. Ну, если он спит, то почему тогда ты не... Так, ну чё. Во, хотя бы словили, отлично. Не, ну сколько у нас там? 3 ультрабола, мне не кажется, что с 3 ультраболами мы кучу кого наловим, мне так кажется. Но все же, то есть, еще можно одного словить, мне кажется. Офигеть, ну Глум реально такой жестокий. С этим ударом вообще нужно будет вот эту атаку изучать на всех практически. Вот этих травяных, да? Следующий травяной, кто у нас там? Снайви, по идее, должен быть. Ладно. Давай ты, Дивот. Так, ну, в принципе, действительно, по идее, у нас следующий Снайви должен быть. Травяной. Если у нас будет Energy Ball, то на него тоже изучим. Офигеть, ребят, это какой уже 5-й или 6-й покемон за одну серию? Ну, это такие, знаете, то есть... Сейчас мы ловили в пустыне и ловим вот тут, как это, саванна или как это называется. О, это случайно не... Так, дайте ко мне туда пройти. То есть сейчас мы тут ловим, да, Гитто? Ну да, ну просто ни хрена себе он большой уровень. Давай, Глум, ты попробуй. Что ты сможешь сделать?
ладно. Давай. Ты хотя бы Люкцию его чуть-чуть побей. Ху. В принципе, говорю, ребят, сейчас мы так в пустыне немного половили покемонов, которые там хотя бы были. То есть, конечно, мы всех не словили, тот же Тепик водится в пустыне, но мы его не словили. Вот. О, ни хрена себе, мы еще и Дита словили, отлично. Тот же, кто там, Сайтер вот тут в этих, в этой биоме водится, но мы его не нашли. Еще там вроде кто-то есть, но, можно сказать, мы его тоже не нашли. Потом, когда выловим хотя бы, ну, не всех покемонов с этих биом, да, с этих локаций, а хотя бы часть, то, ребята, пойдем и, например, в то же болото там поищем. Тот же Маткип вроде вот там водится в болоте, тот же Кофинг, еще там парочка. О, ну ты большой уровень, тебя нет, то есть хотя бы первую твою эволюцию нормально бы было, а вот эту не думаю. Потом, ребята, также, например, пойдем в... Например, пойдем в... Ну, в био... В эту, как его там... Не дура... О, не... Пойдем в... Как это? Да твою ж... В болото пойдем, потом пойдем в джунгли, тоже там покемонов половим, кого у нас там нету. Тот же Беллспроут, и там еще куча. Ну, прям куча нет, но нормально. А потом куда... Я не знаю, ребята, а вы знаете, кто-то водится в этих в гинене биоме? То есть кто-то там есть? Просто я не знаю, добавили ли туда кого-то. Ну, по идее, ее еще и найти, да, нужно. О, вот это как раз нормально. Эту атаку как раз и нужно мне было. И сейчас я там Лапроса вижу, когда у нас нету покеболов, да? То есть все, ребята, мы использовали последний ультрабол, больше у нас нету. Сейчас, мне кажется, давайте домой идти, то есть больше тут нету такого большого смысла находиться без ультраболов, чтобы, в принципе, мы сюда шли ловить покемонов, да, но в то же время и прокачиваться. Если мы не ловим покемонов, то нам остается только прокачиваться. Но все же интереснее, когда и ловишь покемонов, а не только ходишь и убиваешь. Не, ну Глум реально очень сильный, я не думал, что он такой сильный с Energy Ball'ом. Но... Охренеть. То есть он сейчас быстрее убьет тех же боссов, чем вот этот же Магмар. 40 какой там 9 уровень. Так, какие они там уже уровни? 26, 28, 27, 26. Норм, ребята. То есть действительно уже такие большие уровни, можно сказать. Сейчас еще вот этого Арбака убьем. Тоже пару уровней нам там дало. Там еще один Арбак, но туда мы не будем идти. А где, ребята, спавнится Риолу? То есть кто-то знает? А то я, если честно, не знаю, куда ее добавили, в какую биому. Кто знает, ребят, напишите. Потом, может, пойдем на охоту за ней. А сейчас давайте, наверное, все-таки уже сейчас домой пойдем. И посмотрим, сколько мы покемонов словили за одну серию. То есть, сейчас давайте посмотрим, докуда мы уже добежали. Хотя нет, не докуда мы толком добежали, мы просто круг тут сделали. А потом, ребята, когда у нас уже будет... Тот же Стараптор, да, мы, наверное, полетим на поиски глиняной биом и еще куда-то. Сейчас, в принципе, давайте уже домой пойдем. Так, ладно. Потопали. Точнее, потелепортировались, да. Так, там кто там у нас был? Ну, он уже пропал, да? Ну, ладно, ладно, ладно. Сейчас, ребята, давайте посмотрим, кого мы словили. Мы за одну серию словили Скорупи. Кьюбона, вот этого, как там, ну да, Санч, так, это получается сколько у нас, 1, 2, 3, Гровлита 4, Джиофежир 5, Ликитунг 6, Крабби 7, Гитто 8, Нидоран Фемейл 9, 9 покемонов за одну серию, ребята. И плюс к тому мы еще и нифиговенько так прокачали наших покемонов. То есть Магмар какой у нас там, 47-й был, да, сейчас уже 49-й. То есть ему до максимального, ну, не до максимального, а для уровня, который у нас как бы идет, да, осталось, сколько, 11 уровней, да. И то есть до того времени, как мы прокачаем всех наших покемонов минимум там к 40, ну, хотя бы к 35-му, да, то, мне кажется, он уже там будет какой-то 54-й или даже больше. И это, в принципе, действительно нормально. Ну вот, Глум 28, Арбак 28.
потом 26, 27, 26. То есть, в принципе, более-менее так нормально, ребята. Мы только недавно выбрали покемонов, и они уже так около 30 уровня прокачаны. Это, в принципе, действительно офигенно. Так. Вот, Глум уже 29. Глума можно эволюционировать вроде с помощью и вот этого, и травяного камня, и с помощью солнечного камня. Давайте первого мы все-таки травяной эволюционируем, а второй с помощью солнечного, мне так кажется. Будет получше. Так, Джиглипуф, иди-ка ты сюда. Ты тоже такой более-менее уровень. Так. Арбок, ты тоже иди сюда. 47 уровень. Ладно, давай, Глум, твоя очередь. Хотя против Арбока ты, в принципе, не так сильно, но все же. Так. Че, сейчас всех перебьет? Давай, ты, Арбок против Арбока, конечно. У нас Шайни, но, конечно, он намного больше уровнем. Ну давай, Люксио, заверши начатое. Начатое Магмаром. Так. Нет, давайте-ка мы... Вот, лучше вот так. Это у нас там кто? Джиудуд, да? Джиудуд у нас как раз... Как раз, ребята... Глум по этой части. По части Джиудуда, да? Ну, он, конечно, вроде в земле, но... Сейчас попробуем дорыться туда, если он не пропадет. Мы же еще сейчас по пути Арбока убьем. Сам напал. И вот так. Ну да, пропал. Вот, Дрифлона у нас еще нету. Но, в принципе, Ультраболов у нас тоже нету. И, в принципе, ребята... Давайте уже на этом закончим, то есть эту серию. Словили мы дофига новых покемонов, можно и так сказать. И, в принципе, ребята... А, чё-то не то наш, вот. Давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Не забываем, чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет новая серия. А еще раз, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.